Рыбы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на июнь месяц. Первая карта для вас на начало месяца. Карта девятка мечей. Девятка мечей осознания. Вам все-таки в начале месяца вы должны осознать. Вы должны понимать, что вы хотите, да, вы что вам нужно в вашей жизни, да. Давайте посмотрим следующая карта, да, о чем вам нужно, да, что вам нужно осознать. Даже если это для вас будет тяжело, да? Осознание чего вам нужно? Осознание, да, выйти из той состояния, когда вы горите изнутри. У вас как будто, знаете, проблемы, ситуации могут решиться, но вы этого не хотите видеть, да? Все-таки для вас это как болезненно происходит, да? Для вас это очень как-то уже в начале месяца тяжело. Давайте следующая карта, да, следующая карта, о чем говорю, что вы горите, да? А вы горите, знаете, из-за того, что, знаете, вы думаете, что судьба как будто вас наказывает за что-то, да, вы, знаете, как будто у вас закрытые глаза из-за того, что, может, вы не хотите, да, понимать, что судьба готовит что-то для вас новое, да, вам она хочет дать какие-то новые возможности, да, построить что-то, но вы, для вас это больно, да, вы как будто это, может, я лучше буду страдать, даже те, которые в тех отношениях, которые она находится и понимает, что уже там нету ничего хорошего, да, нету чувства, но все-таки для вас, как вы закрываете сами себе глаза и не хотите, да, принять решение. Хотя фортуна будет вот именно июнь месяц подарить вам что-то новое, да, что-то. Для некоторых это может быть касаться, да, в июне начале какая-то поездка, дорога, да, фортуна, да, колесо вам дает возможности. Следующая карта на середине, да, у вас может быть болезненное осознание по поводу отношений. Те, которые, ну, в отношениях, да, вам как-то тяжело принять какой-то выбор. Для вас как бы тяжело, да, может отпускать человека, да, может делать какие-то шаги в другую сторону. Но вы этого не хотите видеть, да, вы лучше можете думать, что буду находиться в таких отношениях, чем, да, просто вот, да, пойти в что-то новое. Давайте посмотрим следующая карта, да, на середине Верховный жрец, да, Верховный жрец в середине месяца говорит, что вам нужна вера в себя. Вы должны верить в себя. Вы должны понимать, что вы человек сильный, да, что вы сможете, да, отпускать кого-то из вашей жизни. Потому что не всегда, да, люди, которые мы строим, да, отношения, там, даже это рабочим, это не всегда, да, мы можем вот один раз и там и остаться, да, потому что судьба может для нас после болей, боль какой-то, после что-то предательства, разочарования, нам могут, ну, судьба дарить что-то новое. Поэтому постарайтесь, да, верить в себя, да, в середине месяца. Следующая карта на середине месяца – Паж Жезлов. Паж Жезлов, обращайте внимание на ваши сны, на ваш, да, зов души, то, что вам говорит. Обращайте внимание то, что даже где вы гуляете, что у вас происходит вокруг, потому что здесь будет для вас какая-то подсказка, да, для того, чтобы вы приняли выбор, да, для того, чтобы судьба подарила вам этот шанс. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца для вас. Двойка жезлов. Двойка жезлов в конце показывает, что у вас есть, знаете, как любовная привязка к отношениям, к человеку. Вы не можете, да, некоторые могут быть осознание то, что хотят, да, делать какие-то шаги, выбор, но они как будто понимают, что они привязаны, они как будто понимают, что не могут это отпускать, да, хотя вроде бы верят, что они могут, но в то же время для них это тяжело, да, может даже кто-то говорит, да, кто-то как наставник, да, может советы дать, но вы это, может, не хотите видеть, и все-таки можете вы сами себя привязывать к тем, к той месту, к тем обстоятельствам, к тех отношениям, которые вы на сегодняшний день находите. Давайте посмотрим следующая карта, наконец, карта отшельника. Вы будете себя чувствовать одиноким.
Может, даже в конце месяца от вас требуется больше одиночества, да, для того, чтобы вы понимали, что почему вы себя чувствуете так, почему вы даже хотите быть одиноки, да, почему вы хотите подумать, да, что происходит. Давайте посмотрим карту совета, что вам высшие силы советы для вас, мои дорогие. Это королева мечей. Поставить точки. Вот именно июнь месяца, мои дорогие, поставить точки, да, расчистить свой путь, подумать плюсы и минусы, да, в каких отношениях, с какими людьми общаться, на то, что от вас требует, да, как-то вот очистить себя, да, открыть свой путь, это однозначно. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.